как-то я делала эту практику по нерожденным детям, сама погружалась через другие немножко истории, то есть не совсем так вот, да, как для себя, как больше как исследователь шла. И там такой колоссальный, в одной из регрессий, кстати, это было, и колоссальная была практика, что нерожденные дети роды, сейчас плакать буду, знаете, вот есть пространство родовое, и оно как будто бы куполом вот так закрыто, а там черное пространство. И вот детки нерожденные, ой, сейчас реально плакать будут, но это прям колоссальная энергия. И вот нерожденные детки, они там за этим куполом стоя, простите, пожалуйста, не могу прям удержаться, потому что это, ну, как бы, мои истории тоже, у меня есть потеря ребенка была, и как бы мне это все еще тоже, конечно, очень мощно, близко откликается. Вот, и вот еще раз, третья попытка. И вот они за этим куполом, за пространством рода как будто бы находятся, да, и вот, знаете, у меня было видение такое, что они вот ручками вот так вот прислоняются как к стеклу, к этому куполу, а туда проникнуть не могут. И мы можем помогать вот таким детям, мы можем помогать в рот заходить, да, то есть возвращаться, вставать в рот. И это важно, потому что у нас эти истории замалчивались, потому что, ну, это колоссальная статистика.